Давайте, давай, сумасвод здесь, сумасвод, сумасвод. Все, давайте, пуляем. Игру после первого укуса. Она не варит зеркало, не вата. О, все нормально. Вот там укус и сразу Геру. Все, Геру даем. Сбегайте со мной, пожалуйста, кто-то. Спасибо. Приз под фильм как-то карбонит на мне где-то тень. Все хорошо. Там капли. Хорошо уже. Там мы. Спасибо. Так, Хант, я тебе ускорение дам. Спасибо за игр. Двигаемся. Пара погибей. Клерик, беги, даю тебе скорость. Где мой? Сбеги со мной, демон, пожалуйста. Супергру, беги. Инферно. А, ты дал? Да-да. Вдвоем. Быстрый. Тейм добиваем. На рейнже, правда. Надо гимнен и отхил. И так все хорошо. Добиваем, давайте. Укусы передаем и добиваем. Гиссон, ладно, не надо уже. Хорошо. Что-то мало я дал. Что-то я там дал. 11к. Ну, конечно, клерик еще под укусом первым был. Все хорошо. Шамка, спекайся на трэш, пожалуйста, Екада, подхилишь. Еще раз напомню, что сейчас она до сих пор багается, эта дрянная комната, поэтому лучше не надо забегать. Да. Не надо забегать, ребята, и тратить наше время, чтобы мы его разбагивали. В комнату, я имею в виду. Подождите, запустится скрипт, он сам зайдет, и мы заходим. Пустой болтовни. Прибыли наши герои. Симану чуть отопил. Шаманка успекнулась. И, кстати, шаманка остается. Нам похилит Вальку на Синдре потом. Дальше я опять один хилю. И на Личи. Давайте пуляем, все хорошо. Походу Лича мы вообще в одного шарка переведем. И в одну чудо. В одну вальку может быть.
Кстати, сейчас вытягиваем по одному мобу, чтобы не вайпаться. Вот черепок вытянет с ума свод. Банит всех. Давайте сейчас АУЕ, после этого мода нужно уже АУЕ. Бейте всех. Сейчас не заходим, ждем, пожалуйста, скрипта ждем. Будьте любезны. Ну да, хороший рейд, потом быстро подошли. Ждем, не надо, как мы обычно делаем, ждем. Запустится скрипт, вот бежит Крок, бежит. Сейчас он что-то скажет, она скажет, и тогда мы заходим. Глупый Крок. Да-да. Ты сам привел мне подкрепление. А все, можно заходить. Чемпионы серебряного да, давайте бьем. Видите, как все хорошо, когда не лететь в комнату раньше Крока. Ну, в хилу больше спекаться не надо, шаман Вальку отхилит, шаман хороший, я еще дам Вальке этот духа, на 20% отхил на 10 секунд будет выше у шамана под Геру, так что не парьтесь. Да, ретрика проще. Кстати, мы, наверное, будем бить один танк, один хил на Синдре, сумасов, слово ее танчит, так что все хорошо. А вот здесь два танка давайте. Они жили и умерли во имя серебряного. Мы раснем ману и все. И дальше пуляем. Да благословит вас свет. Сейчас. Еще чуть-чуть. И когда соло будет на вальке. Да, да. Тут, ты же видишь хорошо, где ты шаман, плюс я еще дам духа в конце под Геру. Все, давайте, чекаю и пуляем. Карбонит. Карбонит, все, пуляйте танки. Давай, карбонит, ускорение даю. Чудаки ворвались во внутренние покои. Надо в портал. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. КНХ, ну ничего страшного. Наверное, дамажить будет сильнее. Отхилим на изи. Залечите мои раны. Где не вот? Ага, вижу. Вижу. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Я увижу, когда будет, я сам скажу, что тоже можно закиливать. Я дам-то даже оберегающего духа. Хорошо, Гиката. Ты, наверное, поможешь мне на этом трэше, еще не спекайся, поможешь похилить на трэше. Потом спекнешься уже. Последний раз, так сказать, похилить. Там уже ни на Сингре, ни на лечение надо. Там вы найдете спасение. Сейчас попробую шамке ускорение дать во время открытия портала. Да, успел, давай лети быстро.
Будет у нее 9 лямов, тогда можно будет захиливать, если ты стаки не потеряешь. Пока еще рано. А что ты хотел, демон? Ты же видишь, какие тут ребят собрались. Еще заходи в портал, потому что мало у нее хп, не захилим ее, ждем. Да, и стаков на тебя мало, да, заходи в портал. Давай обновляй скорее, то у тебя осталось там мало секунд. Сейчас выйдет, и можно попробовать Геру дать. Дай, пробуй захилить ее. Давай Геру. Хиль. Все, дал ей дух, хиль, бурсти в нее. Подавителей убиваем. Долбим их по полной. Давайте еще подавителей активнее Геру. Что там еще лям? Давай, еще Гера есть, еще лям, все хорошо. Захиливаем. Тока, Гера 2 секунды, ну, все, молодцы, захилили. Там квест вроде на Синдрагосу, да. Берем квест, дается в драконьем погосте. Можно плащ мне? Вот мне вот как раз не хватает ШП плащик. Или кому-то еще надо. Я выиграл. Спасибо. О, осталось кольцо. И... Спасибо. Кольцо выбить и штанишки. Или крафтовые, или с 10 гир. Штанишки 25 опыта, 25 гир. Гир у тебя надо, потому что штаны никому не нужны. Да. Ну надо. О, 25 гир еще как-то справлюсь, а вот в РС-ке точно. 25 гир рановато этим холи престон, это точно. У меня ж тренинг даже нету на мазахил и травмы нету. Единственная полезность, которую я могу в РС-ке дать, это на метку кидать щит, чтобы быстрее выносил. Ну да, как бы топ, с другой стороны его можно менять, чередовать с травмой. На одном боссе с тем, на другой с тем. Я так эрдру делаю. В два танка пока Гекада спускайся. С Гекада ты не спекайся пока на трэше, хорошо? Ты пока хиль. Очень вас прошу, вот эти вот костюмы, сейчас будем бить трэш, не давать танкам хила, иначе упадем. Давайте так, если вы хотите согреть трэш дракончиков ледяных, то и гнев небес пусть павы по очереди дадут, чтобы мы не упали. Ну, агрите, не вопрос, агрите этот трэш давайте. Кто там, Лок, Хан, агрите. Вот тех вот засранцев. Не будешь, не хочешь? Понятно. Тогда я на минутку отойду прописывать. Рокстер пока Гекада хилит. Хорошо. Да вроде не банят, но ладно, не агри. Гекада, похиль, пожалуйста, я на минутку отойду, сейчас прыгну.
Вернулся. Ой, бегу, бегу. Сейчас не агрите дракончиков. Подождите, не агрите. Сейчас шаман, спекнешься в НХ обратно или в кого-то в НХ, да. Сейчас убьем этих двух и шамка спекнется. Как мы сделаем на Синдре? Мы сначала поставим на третьей фазе первую и вторую глыбу, чтобы стаки снять и притяжки избежать. Потом уже все глыбы в сторону, зергаем, дадим Геру потом уже и зерганем ее. Сумасвод в одного потанчит, паладин будет в ДД. Только надо, чтобы сумасвод еще пришел. Подождите, не агрите. Стой, Пол. Спекнись в ДД, пожалуйста. У нас будет в итоге, грубо говоря, кто? Хант, 3 МДД и 1 танк. Блин, стаки обморожения, пожалуйста, смотрите, потому что Холи Престом сложно все-таки в одного. Поначалу можете забить на обморожение, там, до 12 стаков, а на третьей фазе старайтесь смотреть. Сильно много не стакать. По поводу меток вы и так знаете. Так, Фэнха спекнулась. Погнали, пуля этого сначала. Масвод где здесь? А, тогда сейчас следующего дракона не пуляем. Войд, я надеюсь, подойдет. Спекнется, пал нам обратно в этого, в ДДшку. Сумасвод, не пуляй дракона следующего. Сразу можем запулить. Главное, чтобы Войд пришел вовремя. Сразу посадим, запулим. С делов-то. Войд, ты здесь? Войд, ты нам нужен. Так, подожди, спекни с ДД сначала, паладин. Не пуляйте. Нам надо Войд, чтобы пришел. Чтобы мы сразу ее спулили. По 300 раз не ждали, пока она сядет. Не сядет. Войд, ты где? Войд. Блях, собака. Не вовремя он отошел. О, вроде он вернулся. Да, Войд, ты здесь? Все, вот здесь мы ее сразу пуляем, если что. ШПшка поможет гимна от хил даст, когда будет садиться Синдра. Ну а друид спокойствие может супер дру дать, чтобы мы ее хорошо посадили. Давайте, пуляем. Давайте потом с энчантом разберемся. Сумасвод, ты только поставь ее хорошо. Это все, что от тебя требуется. В одного затанчишь. Вар, кричи на хп, не забывай. Спасибо, что кричишь. Сумасота, у тебя нету тринки на хп вместо вот этой вот на броню за триумф? Какой-нибудь, там неважно, вот он на хп. Ой, она мне не нужна. Там просто броня, она ничего не дает после того, как ты набираешь там 70-73% снижения. Потому что у боссов есть РПБ. Ой-ой-ой-ой-ой, Фири. Ай-яй-яй-яй-яй, давайте гимны там. Все, только куч не держимся. Чуть ближе к Синдре становимся, РДД, хилы, чтобы быстрее отлететь. Ну а потом уже на второй фазе будем держать ренжу. Вой, дашь корону на притяжке? Кару, какую корону? С
стопаните чуть-чуть со стаками, стопаните чуть-чуть, потому что много, много вас. Не притянет. Натяжка, когда столько МДД. Кому я не знаю. Убьем. Метка, ничего страшного. Типа до притяжки или что ты имеешь в виду? До притяжки, да. Кидаешь боб и не притягиваешь. Ой, на мне метка. Не метка еще на ком-то. Ой, что-то мы походу близко стали, да? Посмотрите, не ловите болты, потому что хила нету. Хил выйдет. Разбейте раньше времени, пожалуйста. Не хочется умирать. Последняя вроде где-то там. Не, разбивайте, разбивайте, разбивайте. Пожалуйста, милики, на последней фазе следим. Первые две глыбы под босса, потом остальные в сторону даем геру. Со стаками, с освобожденкой до 10 стаков, потом скидываем. На последней фазе сами смотрите, до скольки можно стакать. Сколько на вас будет стаков с таинственной энергией. Стопаните. Беги, малышка, беги! Сейчас стаки. Назначено. Бить. И притяжкой старайтесь, когда нас сейчас вот, ну, уже не будет притяжек таких. Отходим чуть дальше, РДД. Смотрим за глыбами. Стопаненг, пожалуйста, стопаненг. Давайте первую, вторую под босса, потом в сторону. Темный Жорик. Только вы сносите глыбы так, чтобы мы успевали скинуть стаки, хорошо? На мне метка. Залейте ману. Гекада, стоим. Не разбиваем. Хорошо, ребят. Не разбиваем. Беги, малышка, беги! Блять, куда же вы разбили? В сторону лок. Можешь встать, шаман, в сторону лук. Геру дай, Геру дай. Зваем глыбу лука, пожалуйста. Я люблю внизу, в сторону влево, да. Не сбиваем, не сбиваем, босса убиваем. У нас вот прожми супер друг из рейда, локу отбеги. Молодцы, молодцы. Свободно. Ой. Я упал прист, ай-яй-яй. Давайте собьем глыбу и растим приста. Идем на лича. Пятнадцать секунд. А мне на метку, скотина, дала не вовремя. Хорошо, 15 секунд. Так, сейчас я себе на чуму настрою рассеивание в хилботе. То мне кнопок не хватает. Понастроил. Что мы делаем? Да все как обычно, дамажим, блин, этот там с ману. Там время от времени там прессу подливаем. Геру мы дадим уже на третьей фазе. Чему я сам дисплею? Серьезно, еще не собрали? Да не соберут, за три дня за выходные уже сходили все. Вот как раз мы успеваем до 13.00 убить лича. Я вот на киде надеюсь, на что мы сегодня соберем обычку. Свою карту. Я думаю, я успею прийти, посмотрим. Там 8.
Успею, где-то в 17 приду. А, так там еще можно 10 гер сходить тогда. Да, этот, как его, ребята, обновите, пожалуйста, будет кресты там, кулаки. Так, я тут не один. Не стойте там лугу, я там не хочу, блядь, давай сюда, на простор выйдем. Ну, давайте сюда, чтобы уши видно было. Ну вот, смотрите, приступ, просто метку дам, чтобы не терялись. РДД, хилы, ну, РДД. Вот, вот и все. Так, бафы вроде есть, но... Все готовы. Так, СС на мне, ну хорошо. Друида не уроняйте. Запускай. Неужели прибыли наконец хваленые силы? Да не, бросить ледяную скорость. Вон рыбка стоит кушать. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Чуму обязательно вынесите только. Я сам стиспелю. Попробую дать ускорение. Это все, что нужно. Вторая фаза будет быстрой. Когда Геру будем давать? На третьей фазе у нас с КД. А, ну да. Да, она тут входу не идет КД сейчас. 5 минут еще будет. Ну, посмотрим. Напулы на сумасвода, карбонит трэш. В атаку! Я оставлю тебя в живых. Ответишь чуть подальше трэш пал, потому что ДК близко будет. Чумой смотрим. Клерик беги. Лучше вот эту вот такую штуку не вешай на себя, потому что это неправильный диспел. Не надо вешать такую штуку, пожалуйста, клерик. Там надо точечно диспелить, а не эту штуку. Блять, как Лока-то убило. Бернуть Лока. Супер дру, что там? Первый Лока. Си. Сейчас отхилю, сейчас терпите. Шаркар еще один. Надо чуму еще одну вынести, не успеем. Шаркар не вышел, хорошо, заходите. Держим, залейте ману, пожалуйста, кресту. Пельте Silence танка, приз помогай, хорошо? А то у меня на чуму назначен диспел. Есть чума на шарке, все хорошо. Да. Думаю, добиваем. Становимся под спину, пожалуйста. Сумасвода, смотри, у меня там луча много стало. Палькистан, ретрики у нас. Войт пускай первый. Я дам. Все. Разошлись осквернения скоро. А, не кади. 3 за хп лича. Кто что-то сумасвод прожимайся, что-то тебя прям. Ну, все хорошо. Не, еще одна валя будет.
Лужу выносим влево, не вправо, а стараемся влево. Только по рейнджу. Дашь на меня бок сейчас воет через пару секунд. Да. Выносим сразу лужу. Кстати, бьем валим. Потом не сбегаемся, потом будет осквернение. К краю стоим ближе, только осквернение выносим. Паза. Да, сейчас паза. На край. Все, сакру ты дал, ну все хорошо. Только рейнджу держим и все. Сава, только диспельте с этого сумасвода. То у меня, я же говорю, диспел через точечно руками будет проблематично. Последнего духа напуливаем на протопала на этой фазе, на переходке, хорошо? Прист, если есть, дай гимноману, пожалуйста, вот сейчас вот. Если есть, спасибо. Хотя, еще будет один дух, его протопал забирает, его на пул хан сразу дает на пул на протопала. И не рвите агро, иначе сляжем. Все, на протопала, сумасход не трогай его, не трогай его. Заходим. В центр не заходим, сферу убиваем. Духа добили, молодцы. Давайте на другую сторону потихоньку идем. Скверни не скоро. Скверни на дыке. Прожимайся сейчас, жнец. Прожимайся. Блять, допал не достаю, но достаю. Скоро осквернение на рейнджу Гекада. Добиваем. Не надо, Геру уже добили. Поздно. Молодцы. Короче, мы ровно за полтора часа снесли ЦЛК с пула трэша. То есть вместе с трэшем первоначальным до ребра. Молодцы. Без вайпов, молодцы. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда... Блин, хули престом, конечно, лучше хилиться, когда ты не релишь в одного. Стоишь себе, бурстишь, и на всех плевать. Там было весело. Давайте лед возьмем сейчас, а потом разойдемся. Ну, мне еще дофига льда надо на последнюю Т-10 на ШП. Или в склеп. И превращать воинов в плеть. Ну, с пола ребра, да, до ребра еще 10 минут трэш был, полтора часа. А я сейчас буду собираться на работу. У нас просто рейд сильный, все знают, что делать, никто не тупил, поэтому хорошо убили.
Ой, что-то Геката так себе в Энхе дамажит. Но все равно. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Да, ну, мне все равно. Все равно быстро прошли, купили. Вот если бы он не разбил эту глыбу, да, мы бы все стали воинами Лича. Да. Невозможно. И пошли бы сейчас Аргримар рейдить. И Штормград. У нас была, была бы новая фракция, фракция Короля Лича. Угу. Мы бы получили легендарные оранжевые шмотки от Лича. Да да, пошли бы бичей наебать, короче, в Орде и в Альянсе. Поднимитесь, воины света! Поднимаемся, воины. Можно Геру сейчас дать, если мы поднимемся таки. Гекада, давай, поднимайся. Нет, Гекада не поднимайся. Давай Геру, чтобы мы его добили под Геру. У нас даже ачивку кто-то заработал. Смотрите, на танка одна ручка и на хила. Ну, у меня как раз на хила ничего нету. Хули пал. Нормально будет, да? Все, кто получил ачивку, можете теперь рулить 10 гир собирать. Всем спасибо, до свидания, портуемся. Жаль, конечно, мага не было с интеллектом, но ничего. И больше бы... Да, АДК, АДК. Ну, в другой раз АДК будет. Удачи всем. Молодцы. Квест не забудьте сдать на коне.